Опасную поездку совершила 8-летняя девочка. Она проехала 10 километров, зацепившись за бампер автомобиля. Первоклассница из Ижевска, разыгрывая отца, зацепилась за заднюю дверь его фургона и едва не погибла, когда он на скорости 90 км в час выехал на трассу. Нина решила, что папа на своей машине отправится за продуктами в магазин на соседнюю улицу. Трагедию удалось избежать благодаря автомобилистам. Проезжая мимо и наблюдая шокирующую картину, они один за другим сигналили и мигали фарами водителю машины с ребенком на бампере. Остановившись и обойдя вокруг автомобиля, Вячеслав с ужасом обнаружил свою заплаканную дочь, все еще цепляющуюся за дверь фургона. Экстремальной поездкой уже заинтересовались правоохранительные органы.